это вот корабль, который уплыл, что в голландские там круизные линии, да, Рэш? Хотя он вроде что-то Американ, что-то там Американ, не знаю. Меня этот мужчина интригует, что должен собирается интересно делать-то. Заплыв просто, переплывать эту штуку собирается. Он только вошел, видимо, привыкать к температуре, там, не знаю. Хотя сейчас тепло же. Ну вот, а этот огромный круизный, вот он проплыл вот вдоль всего этого порта, вдоль этого порта. Да, в общем, непонятно, не видно, откуда он проплыл, то есть не заметно, не пока, нельзя показать. В общем, оттуда, с того направления, вот он плыл. Торговый порт. А он, там есть место круизный порт. Когда мы там были, он уже, видимо, загрузился, потому что там пассажиров уже не было. Да? Да, он, видать, решил переплыть еще. В общем, короче говоря, вот прошел вдоль вот этой косы. И вот где этот мостик, прогулочная дорожка, вот он развернулся, пройдя между там островами, чтобы вот он уплывает, видимо, в канал. Очень большой, да, раз. Вот, а это, значит, Южный Бостон, пляж, залив, вот дырочка. Сегодня очень было тепло, просто летний день.